Нож Лиса от компании Аир. Рукоять наборная кожа. Интересный рисунок. Подвесной монтаж. Погружные ножны с лого компании. Кожа всегда разная. Бывает потемнее, бывает коричневая. Ну, а здесь такой интересный рисунок. Своеобразный. Видим гравировку. Лиса, зайчик, природа. Тыльник, да, заглаженный, в отличие от бекаса. Темнячное отверстие. Это часть текстолит. Гарда тоже выполнена из текстолита. И на клинке, вот с этой части, покажем поближе, фаска снята. Сталь 100Х13М. Лого компании. И, конечно, железовидные спуски. Очень красивый туристический нож. В ножнах сидит достойно. Комплектуется в таком текстильном кейсе.